ем черноплодку и пью из кафе. Не знаю, может, у меня язык уже черный. Не важно. Котика спит. Я постирала все, потому что вот этим ее укрывала. Дрыхнет там. Поставила ей водичку. Ей там нравится, что никто ее там не трогает. И пока водичку, если она не пьет, я шприц взяла новенький, сейчас открыла. И так залила ей целый шприц. Каждый раз так заливаю. Вот. Я там, знаете, что делаю? Драть! Что-то не захотелось. Намешала тесто. Это столько осталось. Я уже один раз положила. Да, у меня такая песня звучит в голове. И боец молодой вдруг поник головой. Сейчас посмотрю. Еще светленькие. Пусть поджарятся чуток. Комсомольское сердце пробито. Такая песня звучит. Смотрите, какая красота. Тут прям художественная эта трык. Тыквочка. Как солнышко. Видите? Тыквочка как солнышко. И так. Болгарский перчик. Красота. Прям какая-то радуга. Чё мне приспичило эти делать драники? Из, знаете, из чего? Из кабачка. Вот из такого. Только поменьше и потемнее. У меня еще половина осталась. Я половину отрезала, половину еще осталось. Сейчас покажу. Вот огурчики малосольные. Вот еще половина осталась. Видите? Поставила его сюда. Ну чё, поджарились? Да, нормально. Я сильно пережаренным не люблю. Они и так уже хрустящие сверху. И накрывала крышкой. Так немножко оставляла. В общем, можно сказать, что они готовы. Не готовы. Марья Ивановна. Не люблю сильно черные, правда. Ну, в смысле, коричневые. А, что ж я поделала? Как я их делала? Просто натерла кабачок. Туда посолила вот эту массу кабачковую. Туда разбила два яйца. И потерла чесночок. Все, больше ничего. А, и засыпала манку. Не с этим самым. Не с, как называется? Не с мукой. Я туплю, постоянно думаю про бусу. Мы только-только ее с подругой поили. Целый шприц. Залили ей в рот, и она упирается, и у нее, кстати, так с ротика пахнет некрасиво, потому что она не ест ничего и не пьет. Вот, поэтому я тоже, когда в Ливане постилась и не ела по суткам, когда был Рамадан, постилась. Вот. У меня тоже со рта был такой запах и белый язык облепленный. Это потому что сразу же все микробы хотят пить, хотят есть и начинают как его, моментально размножаться. Какая тема обалденная. Потому что я включаюсь все еще на свой ум. Что-то
не отпустила. Потому что все в руках Бога. До последней капельки. Какая все-таки невероятная, экономная женщина. Нормально. Отстаньте. Вот еще партия. И вот так накрываю. Оставляю немножко, чтобы они были хрустящие снаружи. Вот, а внутри как еще не как на пару вок. Я на маленьком огне делаю. На самой маленькой конфорке. Такой же, я думаю, у меня будет ужин со сметанкой. Может быть, и перчик порежу. Еще не знаю, но вообще хочется, он такой прям просится. Такой толсто, как его. Я прям представляю, как он хрустит. Все. Фачу! Дай бог, чтобы он не был острый. Сейчас ополосну. Что за песня? Что она у меня в голове играет? Что происходит на свете? Пробую. Сейчас скажу, если он такой хрустящий, как я представляю. Смотрите, какой толстокожий домашний перчик. Видите, мои любимые, какая красота. Сейчас попробую, скажу вам. Смешно, что он невкусный. Не должен быть, должен быть вкусный. Привет! Добрый, прекрасный вечер. Не с вами поздоровалась, но тоже не помню. Потому что мой ум весь в бусе. И меня так куда-куда-то тянет. Он такой вкусный, сочный. Прям такой... Яркий-яркий вкус болгарского перца. Это что-то. Я же вам так и не показала, как сусик подстригся. А обещала. Сейчас покажу, без проблем. И запах. Сильный. Я только разрезала на всю кухню запах. Курица! Курица! Курица, хочешь перчик попробовать? Хочешь? Сейчас кусочек отрежу. Вдруг тебе понравится. Нет, тебе не понравится. Дам тебе кусочек. Иди сюда! На! Дам тебе кусочек драника, на! Ммм, как пахнет! Сидеть! Молодец! Что скажешь? Вегетарианка моя! Понравился! Ибо нет! Тьфу, блин, песня отвали! В траве сидел кузнечик, совсем огур как чечек, совсем огур как чечек. Зелененький он был. Теперь я буду петь весь вечер. Этот шинель очень поджарился. И ничего, 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 ничего.
Мне очень нравится песня. По-моему, гимн советской молодежи. Что-то она мне так заходит. Или это не она, не знаю, которая, помните? Песню дружбы запевает молодежь. Эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь. Нам, молодым, вторит песней той весь шар земной. Эту песню не задушишь, не убьешь. Я смотрю в Ютубе, там чему-то все начали петь. Красиво. Мой ужин. Молодыми сердцами повторяем мы клятвы слова. Поднимаем знамя за священные наши права. Все, кто честен душою, мы зовем за собою счастье народа, светлое завтра. В наших руках, друзья. Вот его стригут. Или уже, не знаю, вот его подстригли. Красавчик мой! Я тут все ему говорю про то, что может, ты усы сбреешь, а то ты как этот Мюнхгаузен. Он говорит: Мина, кто это? Кто это? Представляете, мой ребенок не знает, кто такой Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Я ему говорю: улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Это он мне фоточек наслал. Красавчик мой. Хабиби. Мин хабиби ана. Я спела сегодня ранее песню. Мин хабиби ана. Рудалее уль. Мин хабиби ана. Знаете, что мне ранее ответила его девушка? Она мне тоже ответила песней. Сейчас, подождите. Вот я ей спела. Я сейчас вам даже дам послушать. Вот хочется мне с вами делиться. Вы же уже совсем мои родные все. Тыскинет. Так, сейчас сгорят мои там эти, пока я занимаюсь творчеством. Вот я ей пою. А, и она мне тоже спела в ответ, слушайте. Я ей спела: кто моя любовь? Ответь мне ранее. Кто моя любовь? Ответь. И она мне ответила. Она мне ответила. Ты любовь моя. Да, только ты. Единственная любовь моя. Вот так вот мы общаемся с девушкой, сыночка моего Сусика. Так, не падайте, у меня тут целое это. Покажи. Смеля. Поджарились, красота. Красота. Кто молодец? Конечно, Икочка, бабикочка. Какие они нежные, вы себе представить не можете, как самые нежные драники в мире. Запах стоит вкуснющий, потому что они с чесночком. Да с потрошком, как говорил этот. По-моему, Высоцкий. Если я ничего не путаю. Кучу нафигачила. Кто будет это есть? Я буду. Ну и все.
Потому что подруга наелась своих каких-то ед. Помощница прибежала. Хочешь кушать? Тогда сидеть. Тогда голос. 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 Молодец. Сейчас остынет, сразу тебе дам. Ну вот уже остыл. Или этот не очень еще. Давай этот возьмем. Сейчас я вам разорву, покажу, какие они внутри. Разрываю. Смотрите. Все без какого бы то ни было там мяса или чего-то, только кабачок и чесночок. Боже, какие нежные. Хурита, я поняла, почему тебе так нравится. Потому что они божественно вкусные. Вот такое прекрасное у меня блюдо сегодня. И послушная Хурита. Сидеть. Прошу, мадам. Бада-бада-бада-бадам. Мадам.